перестань, они неоткровенные, нормальные наряды, что ты начала-то? Ой, а тебе надо вообще, чтобы все было черно, закопаться, чтобы никто тебя не видел. Нет, они не черные. Нет никакого приличного костюма, ну ты че? И ничего черного тоже нет. Вот так, без черного успокойся. Это вообще-то наряд. Нет, ну я согласна. Есть, конечно, черные красивые вещи, но не тебе, вот не тебе. Это не тот случай. Потому что ты должна сиять. Понимаешь? Ты должна сиять. Никаких черных нет, забудь. В общем, ты мне дашь вообще как бы сказать тебе или нет? Я по-прежнему тороплюсь. В общем, у меня для тебя три наряда. И три пары обуви. Три обуви. В общем, трое ботильончиков и трое нарядов. В общем, я тебе сейчас покажу. Вот ты меня сбила, блин, в смысле? Вот сбила ты меня. Я забыла со своими вот этими глупыми вопросами. Забыла, что-то хотела важное сказать. Ой, ладно, мы подберем, в общем, тебе один из нарядов, какой тебе больше понравится. Да, из этих трех. Только из этих трех все. Да. Знаю, толк в моде. В общем, все, короче, тебе показываю. О, первый, это вообще мой любимый. Если тебе не понравится, я его надену.
решила, что не буду тебя сильно, так сказать, ну да, чтобы ты совсем не испугалась, ничего, прям с открытыми плечами не будет, но все они очень сексуальны. Вот смотри. Вот такое платьишко-пиджак, оно уж такое более спокойного цвета. Но ты посмотри, какой нюанс. Вот здесь
общем, запомнила. Отлично. Теперь я покажу тебе ботиночки. Получается кирпичному, да, такой кирпичный цвет. Даже, наверное, ну, не оранжевый. Кирпичный, да, будем говорить кирпичный. К нему я считаю, что подойдут вот такие ботиночки. Так сказать, покажи себя как зверя, свою звериную сущность. Ой, я уверена, у тебя есть, да? Не все, ты котеночек, есть тигренок. Вот такие вот, смотри. И мне кажется, хорошо будет смотреться именно с тем платьем. Ну как слишком-то? А что ты хочешь? Все на каблуке. Боже мой, мы опять возвращаемся, к чему начали. Ну вот серьезно.
общем, на любую ножку подойдет. Ой, это прям мои любимые, знаешь, вообще. В общем, вот такие вот, вот, вот. Вот такие. Ты посмотри, как они будут смотреться. Есть.